Привет всем, Черноморский, с вами Юрий Азаровский. Приветствую вас из города Анапы. Не солнечно, к большому сожалению, все затянуто тучами за окошком. Минус 1 градус на час 52, и мы с вами отправляемся в Витязево, дорогие друзья. Несмотря на то, что сегодня день рабочий, людей, я бы сказал, не так уж и много на дорогах. Самое главное, что у нас все-таки не случился гололед, потому что ночью минуса как такового особо и не было. Сейчас вот уже на градуснике показывает 0. Хотя сегодня должна была температура к этому времени уже раскачаться до 4 градусов. Пришел в Анапу северный ветер, и, к большому сожалению, случилось так, что как раз-таки принес холода с ваших территорий на юга к нам. Но где-то к 2 февраля ветер должен развернуться, и у нас опять пойдет потепление. Вот такие вот погодные качели. Благодаря морю в Анапе гораздо теплее, чем в ваших регионах. И в то же время, допустим, в том же самом Краснодаре, так как он дальше от моря находится, жара приходит гораздо раньше, пока у нас прогреется море, и температура как раз таки более медленно изменяется только благодаря этому. Вот так вот море наш и холодильник летом, и при этом аккумулятор тепла в зимнее время. Второй регион, Lexus мигает, подписчики поехали, ручкой махали, тоже привет огромный. Выезжая из Анапы по Симферопольскому шоссе, проезжаете речку Анапку, и с правой стороны вот здесь можно попытаться приостановиться. Там у нас, ух, как я их напугал, это наш мини-контактный зоопарк. Увидели в руках у меня камеру, и это их спугнуло. Ну, посмотрите, сколько здесь красавцев. Уточки, нырёчки, лебеди. Но лебедей, кстати, здесь стало меньше, потому что основная масса их перебралась на центральный пляж Анапы. Здесь, видите, серенькие все. Один взрослый, а все остальные такие более молодые особи. Собственно, чем они и отличаются. Ну вот, друзья, случилось событие, о котором долго писали, говорили. Перекрыли второй въезд в Витязево, который находится в районе аэропорта. И вот мы днем не видели в Анапе машин, а здесь из-за тупого светофора, который, видите, с той стороны ни одна машина не едет, а мы стоим и ждем, и пропускаем. То есть, ну вот, машины едут с большим интервалом. Ладно, одна все-таки ехала. И теперь до конца мая, до лета, теперь будет тут только единственный въезд в Витязево. И все. Собственно, на этом мы встряли. А сезон-то начинается у нас не в июне, а гораздо раньше. Людей станет больше, людей приедет на работу очень много. Все будут тут двигаться. Мне трудно представить, во что превратится этот кошмар поездок из Анапы в Витязево. Это будет страшно. Но в дальнейшем, когда откроют развязку, будет гораздо проще передвигаться. Это тоже большой плюс. Но вот и само перекрытие трассы, о котором я вам рассказывал, здесь с Витязева не проехать, хотя люди там пытаются как-то по полям рулить, но там выезда на трассу уже нет. Видим, что работает техника и готовят именно эстакаду, которая будет теперь через эту трассу. Это будет очень круто, очень легко будет передвигаться по Витязева. Ждем скорейшего завершения этого строительства. Это будет лучшее, что могло случиться, так как здесь не будет больше пробок. Но пробки будут на ЖД-переезде, который с той стороны на въезде в Витязева, потому что здесь запустят у нас еще аэроэкспресс с аэропорта. Видите, новая ветка подходит, и здесь поезда будут идти до бесконечности. Надо и здесь либо мост, либо подземный проезд. Те, кто летом пытались выехать из Витязева, знают, что пробки бывали от улицы Почтовой, а то и дальше. Тот самый переезд, на котором будем стоять в этом году бесконечно долго. Сейчас трафика нет, потому что нету и поездов. Прежде чем начать экскурсию по Витязеву, первый поворот нас сразу же приводит на металлобазу Олимп, на которой как раз таки занимаются помощью нашим солдатам. Давайте заедем, я вам о этих ребятах расскажу. Улица Олимпийская, 70, здесь находится металлобаза Олимп. И посмотрите, как они помогают нашим солдатам. С августа месяца ребята занимаются тем, что делают дополнительное бронирование на военный автотранспорт. Здесь вы можете как раз посмотреть, как изготавливаются все эти конструкции, устанавливаются сетки. И вот автомобиль. Это бензовоз, который был под обстрелом. Водитель выжил, и машина тоже пережила его. Сейчас на него вы видите установку дроновых сеток. И дополнительные элементы бронирования уже непосредственно на двери, окна, машину подготовят, и затем она уже уйдет на передок выполнять боевые задачи. Ребята помогают нашим десантникам, уже более 50 машин с августа месяца было подготовлено и передано нашим бойцам. Вы видите, как изготавливаются буржуйки. Здесь установлены пламя-гасители внизу, чтобы не вылетали искры, а также есть регулятор тяги. Также ребята занимаются тем, что отшивают тактические плащи,
приматы-пятиточечники и носилки для выноса раненых. На экране вы видите номер карты, по которой вы можете поддержать наших предпринимателей, чтобы они продолжали этим заниматься, потому что средств на металл и на работу уходит очень много. Они стараются, не сдаются и надеются помочь как можно большим благодаря и вашей помощи. Следить за всем онлайн вы можете по ссылочке под видео на телеграм-канале, ребят, и быть в курсе всех событий, которые здесь происходят. Радует, что нашим солдатам помогает все больше и больше людей. Не проходите мимо, ребят. Я выпустил видео с поездкой, и канал опять влетел в черные списки. Упало количество просмотров, наказывает меня YouTube. Ну, ладно, ничего страшного, это того стоило. Мы помогли ребятам и собрали еще плюс на тепловизор. Это прекрасно. Смотрите подробности в нашем телеграм-канале. Теперь я вас хочу прокатить по Витязево и показать, как выглядит. Но не улица Черноморская, по которой мы недавно с вами проезжали, а уже посмотрим на вот остаток Черноморской, далее на Степную, а потом уйдем на улицу Мира. Я думаю, что такая экскурсия зайдет. В прошлый раз всем очень понравилось, вы писали, что ну круто, классно. Ну, во-первых, Витязево начинается с обилия строительных магазинов. Здесь у нас Витязь находится, за ним сразу же еще один, который называется Мегастрой по правой стороне, заправочка, бензин 95, 56, 60, 51, 35, 90, 102-й, дизель C920. Также здесь газовая заправка находится. С правой стороны у нас есть место, которое показывал очень вкусное «Сытый грек». И здесь поворот по улице Западной, если не ошибаюсь, к школе у нас сделали тротуар и дорогу. Думал, что это никогда не сбудется. Открыта новая Пятерочка с правой стороны. Ну и вот сюда налево это объездная дорога, по которой можно объехать Витязево, ехать в сторону Пионерского проспекта. Ну и, собственно, это теперь единственная артерия, по которой Витязево и передвигаемся. Детский школьный автобус, кстати, здесь у нас Магнит на перекрестке, ну и такой центр своеобразный, потому что застройка произошла, людям нужны магазины, и здесь все теперь в купе находится. Также есть автомастерские, СТО, мойки и все остальное. Ох, какой тут мурал на стене появился красивый. Далее подъезжаем к улице Школьной направо. И здесь остановка общественного транспорта, как раз таки, где переходят у нас школьники дорогу к школе. Пропускаем одного из них и проедем немножко вперед, доехав до улицы Степной. Я думаю, что те, кто отдыхали в частном секторе Витязева, узнают эти места, и им эта дорога будет довольно-таки интересна. Поворачиваем на улицу Мира. Здесь у нас местами также появилось уже тротуарное покрытие, что очень радует. Также по всей улице у нас установлены лежачие полицейские. Со Степной проезжаем совсем немножко. Здесь у нас кругом частный сектор. И здесь у нас находится улица Северная. Ее пересекаем и двигаемся, собственно, дальше. Опять лежачие полицейские. Наскачемся мы, ребята, с вами. Тут также сдается практически все в каждом доме, но за более низкую сумму. Вы можете найти себе хороший номер, либо что-то такое совсем бюджетное, снять на весь сезон в эконом-варианте. Я такие варианты у себя на канале показывал довольно-таки много, поэтому смотрите, у нас плейлист называется «Отели Анапа-Витязево Джимоте», и не только, там и Крым, и Абхазия, все есть. Если вы хотите путешествовать и знать, где вам отдыхать. Тем временем проехали Заводскую и Сельскую до улицу. И здесь у нас улица Почтовая. Раньше это был центр Витязева. Здесь находилась почта, универмаг и все остальные магазины. Также винзавод расположен. Здесь были склады с правой стороны. Сейчас здесь пункт полиции перенесли, прошу прощения. Бывший пункт полиции и Ростелеком бывший. Тоже сейчас никому не нужен. Есть Озон у нас. И вот в этом месте могу Мон Амур вам посоветовать. Очень хорошее заведение Витязева. Здесь кафе, покушать можно, кулинария у них есть, а также можно выпечку купить. Туда дальше направо находится дом Белый, дом Витязева, вот как его правда, администрация поселка Витязева. Не хватает и быстроты слов, потому что давно не снимал, болел, пока выздоровел. Доезжаем до улицы, по которой у нас расположена направо поликлиника. И двигаемся дальше. Забыл. Курганная, по-моему, называется, чтобы не ошибиться. Вот хочется потом не читать комментарии, что «Ох, Юра, какой-то нехороший нас подманул, как ты был неправ». Но буду стараться все рассказывать и подсказывать, как есть. Следующая улица у нас Комсомольская. Здесь тоже обилие частного сектора. И на правую сторону здесь я тоже показывал какие-то гостиницы, по-моему, там очень хорошие расположены.
Овражная улица. Следующая. Надеюсь, ничего не напутал. Прям очень переживаю по этому поводу. И следующая улица Лиманная. На Лиманной с правой стороны у нас в Витязево расположен парк Трапезунд и Дом культуры. На нем стоит остановиться подробнее. Благодарим предпринимателя, который теперь является и депутатом от поселка Витязево, за то, что у нас появился этот парк. Ну и всех причастных к нему, потому что знаю, что многие люди здесь принимали участие. Во-первых, есть зона для занятия спортом. Во-вторых, здесь у нас пункт полиции открылся. Дальше у нас там есть футбольное поле, в котором занимаются детки. Появилась очень крутая детская площадка. Единственный момент, я вот хочу обратиться, знаю, что проблему это еще не решили, здесь нет нормального освещения. Точнее, оно есть, но почему-то все это не работает. Для меня это было удивление. Посмотрите, какие тут появились качели. Раньше были только вот эти вот домики, а теперь тут прям настоящий рай для детей. Моя дочка их очень любит. Ну и, собственно, сам Дом культуры. Ну что-то я не туда как-то свернул. Давайте вернемся обратно на улицу Мира. Ну также здесь с правой стороны гостевой дом, парк, отель Трапезунд. Он у меня на канале появлялся уже тоже пару раз. Смотрите, как говорится, с удовольствием приезжайте, отдыхайте. Тем более мои подписчики уже оставляли там шикарные отзывы о том, что им все понравилось. Тут у нас речка Безымянная, или как-то она даже называлась. Не буду говорить, раньше мы в ней ловили рыбу. Ее тут было очень много. Тут строительство прям произошло. Что-то такое большое, наверное, будет тоже коммерция какая-то на первом этаже. И хотели здесь сделать проспект Мира. Вот такой вот ширины, видите, как здесь бетончик подзалили, скамеечки. Даже такие были подсвечники, кажется, торшеры установлены. Должно было быть прогулочное, аж до моря сделано. Но, к большому сожалению, проект так и не реализован, хотя уже даже администрация наша обещала, что его доделают и будет этот проспект Витязева функционировать. Прогулочная зона нам необходима. Я читал комментарий о том, что лиман в прошлом году людям почему-то очень сильно вонял. Я по-честному могу сказать, что в прошлом году сам катался в лимане, в этой воде, и запаха от него не было. У нас были пресечены в большом количестве, года два назад, стоки из частных домовладений, гостиниц в лиманы, и после этого как бы ситуация начала меняться. Еще почистили обводной канал, в котором тоже нашли недобросовестных гостиничных деятелей, которые свои трубы поубирали. Будем надеяться, за этим будут следить, чтобы они не появились, и тогда у нас запахов не будет. Ну, кончилась хорошая дорога здесь. Нет-нет, предприниматели пытаются ее отсыпать, но, как вы видите, сейчас состояние плачевное. С левой стороны у нас основной частный сектор, но тоже в каждом, я повторяю, можно что-то снять. Потому что сдача жилья – это, наверное, один из основных доходов, в котором и живет наш поселок Витязево. Да и каждый, в принципе, курортный город. Кто мне говорит, с тех, кто приезжает, занимается каким-то другим бизнесом, говорит, мы независим от отдыхающих. Там, вот, допустим, они образно там окна вставляют, да, куда-нибудь. Нам все равно, приедут люди или нет. Ну, я хочу сказать, что если у нас не будет курортной составляющей, то вам некому просто будет там эти окна вставлять. И также возьмите любой бизнес. Просто у людей не будет денег на то, чтобы ваши услуги заказывать. Так что наши туристам надо относиться с любовью и почтением, собственно, как я это и делаю. Здесь мы доехали до улицы Пионерская. Находится у нас детский Витязева база отдыха, так она называется. У меня на нее тоже есть обзор на канале. Тут, смотрю, какое-то глобальное тоже идет перестроение, что-то там меняют. Так что смотрите. Сколько интересного уже отснято для вас. Благодарю всех, кто в Витязево обращается ко мне для обзоров. Это прям большая база памяти для всех наших дорогих отдыхающих, которые могут дистанционно выбирать места, куда не только самим поехать, но и отправить даже группы своих детей. И это великолепно. Далее. Опять заканчивается дорога. Как видите, здесь возле базы Витязева реализовали асфальт за свои деньги. Собственно, те же самые предприниматели. Вот тут такая детская площадка. Смотрите, красота. Прям не знал, что здесь она даже есть. Выглядит очень хорошо. Ну и дорогу здесь нет-нет пытаются подсыпать. Пока я за свой счет. Те люди, которые зарабатывают деньги в Витязево. Опять-таки, благодарим наших предпринимателей. Те, кто участвует в жизни Витязева. Они, заработав деньги, уходят куда-то на отдых в теплые страны, продолжают развивать наш поселок. И благодаря им только и развивается все здесь. Куда ни возьми, куда ни посмотри, в основном все делают именно эти неравнодушные жители нашего поселка Витязева.
И вот тут можете обратить внимание, какие огромнейшие гостиницы. Это раньше была задняя часть огородов. Потом там многие попродавали, заработав какие-то деньги. А те, кто купили, выстроили на них гостиницы. А раньше, я вам хочу сказать, здесь был обрыв в лиман. Лиман был более полноводный, и мы по этим местам ходили, гуляли. Кстати, мы можем сейчас наблюдать, как убирают мусор, вот собирают именно бутылки. То есть ребята ездят, и вот с тех контейнеров, кто занимается раздельным мусором, собственно, их и собирают. Это очень круто. Так, здесь у нас улиц пересечений не так уж и много в дальнейшем. Дальше у нас перелитка, перелог Черноморский, будет там какой-то четвертый или пятый называется. Ну, в общем, это не настолько важно, потому что, ну, в основном движение идет здесь к морю. Если бы эта артерия работала, была хорошей, классной дорогой, то я думаю, что часть трафика у нас бы с Витязева она убрала. Ну и так люди пытаются здесь ездить. Видите, даже черновой асфальт сюда закатывали, чтобы хоть как-то убрать пыль, потому что пыль раньше стояла очень большая. Ну и с правой стороны здесь больше видов на сам лиман. Многие здесь высаживают даже целые леса, то есть деревьев, но березы зря садите, потому что они аллергенные, и для тех людей, кто избегает, так сказать, их из центральной России, приезжая к нам на курорты, являются тоже плохим, как говорится, воздействием на их организмы. Сейчас не так красиво выглядит все, как это могло бы смотреться летом, ведь в летний период времени здесь, конечно же, все гораздо красивее. Потому что зелень украшает все, так сказать, изъяны поверхности земли. Видите, здесь тоже строительным мусором, часть камнями перебросанная, пытаются выравнивать эти участки, чтобы они были более пологие. Здесь у нас находится база отдыха, вот дай бог в памяти, как она называется, не вспомню уже даже, вот территория Витязева. И дальше кусочек пошел бетонной дороги. Здесь у меня тоже есть частный сектор, вот желтенький дом, который я показывал на обзоре, видели. И вот этот вот большой гостевой дом, который тоже с левой стороны мы снимали с вами. С бассейном, с очень интересным, там дворовая территория. Здесь у меня квадрокоптер разбился, я помню. И вот следующая вилла тоже есть. Вот Диметра, гостевой дом этот называется. В общем, очень много вот этой территории есть уже отснятые, подготовленные для того, чтобы вы выбирали дистанционно, куда вам поехать для отдыха. О, все. Вроде бы плохая дорога закончилась. Тут, по идее, это вложиться не так уж и много надо, чтобы реализовать этот проект и сделать шикарно прогулочную зону Витязева. Но пока не хотят люди. Это переулок Приморский. Вот на Приморском, я вам сказал, тут две гостиницы есть отсняты. Одна туда еще вглубь у нас имеется. Вот эта гостиница у нас тоже имеется на обзоре. Можете ее посмотреть. Ну, думаю, там уже изменений много, но все равно примерно то, что я, о чем я и рассказывал. Сейчас подъезжаем как бы одному каналу, который как раз таки и расчищали для того, чтобы было у нас водоотведение Витязева, и нас так сильно не топило, который сделан был еще в СССР, и вот он за этим забором проходит. Здесь с левой стороны тоже гостиница у нас есть на обзоре с бассейном. А здесь начинается вообще гостиничный комплекс. Тут ценники гораздо выше, в принципе. И сюда людей приезжает огромное количество на отдых. Мы приближаемся к Южному проспекту. Это одна из самых известных. Там на углу дачи находится гостиница «Пунтас». А здесь все остальные. Вот, допустим, я «Накис» слева. Тут «Пальмира» гостиница. Попробуй запомнить, как говорится, еще все эти названия. Ну вот «Пунтас» отель тоже с большой территорией. Хотелось бы, чтобы эти гостиницы взялись, кинулись, как-то сделали асфальт вот из себя. Ну, что это такое тоже? Убитая дорога, еду как... Ну, короче, не возле элитного жилья в поселке Витязева для наших отдыхающих. Все-таки надо благоустраивать прилегающие территории. Понятно, что особо никто вкладываться не хочет, но как есть. А с левой стороны у нас находятся все гостиницы, которые у меня есть на обзоре. Можете смотреть. С правой стороны Лок Витязь. Пересекаем Южный проспект. Как видите, здесь движение не очень большое, но даже три ребенка присутствует. И поехали дальше по улице Мира. Тут тоже вот угловая гостиница «Астория», которая сейчас приглашает на отдых и на следующий год тоже есть на обзоре. Вот, Баварию меня не звали еще.
Золотой Румон с левой стороны тоже есть на обзоре. Гостевой дом Марина не заказывал обзорчик, к сожалению. Но у него, наверное, и так хватает отдыхающих. И туда французский квартал внутри находится. Тоже с ними что-то как-то не получилось снять обзор на их гостевой дом. Ну, надеюсь, что в дальнейшем получится. Потому что хочется иметь базу вообще всех отелей. Ну, это на самом деле очень круто. Потом ее можно потихоньку обновлять, когда там какие-то глобальные изменения. И представьте, да, вы выбираете любое место в Витязе, куда хотите поехать, а на это место уже снят обзор. Патра, гостевой дом, проезжаем. Следующий у нас есть на обзоре Иляда, называется. Витязева, вот следующего нету рядышком. Но они зеркальные, в принципе, я думаю, то же самое. Иляда очень хорошая столовая. Налево на Серебряная улица уходит. Там дальше у нас тоже есть отель на обзорчике, но мы двигаемся прямо. Хочется доехать сегодня до улицы Скифской. Туда вправо у нас курортная деревня ушла, тоже к Локу Витязю раньше принадлежавшая. Здесь торговые ряды в основном. Эта улица была наполнена большим количеством транспорта, когда у нас выбросила сухогруз, хотел сказать, Рио, голубая акула, который стоял здесь прямо за дюнами. Сейчас, как видите, опять практически никого нету. Туда вглубь у нас тоже идет большое количество строительства, а сама улица уже заканчивается дюнами и улицей Скифской, от которой, собственно, мы с вами прогуляемся на пляж. Вот тут даже платную стоянку пытаются организовать. Вот видите, то место, где я говорил про стройки, здесь что не помешало наша кунг на крыше смотреть вам на это. Еще парочку лежачих полицейских, и мы с вами добрались. Я надеюсь, что действительно получился интересный обзор, а качество нас не подвело. Я показывал то, о чем говорил. Поворачиваем на улицу Скифскую, можно было здесь оставить машинку, но я думаю, что здесь будет более интересно все это вам показывать дальше. Тем временем температура -1, и ручка подморозилась. Ну, мы вот сюда паркуемся. Отель «Идеал». 3 звезды есть на обзоре, по-моему, даже 2 раза. И 7 адмиралов я в прошлом году тоже снял, показал. У них очень красивый вид на море с этого балкона. Ну, из номеров, которые выходят по фасаду. Сейчас мы припарковались на улице Скифской и выходим непосредственно к самому морюшкам. Ну, непонятно людей, которые приехали, кайфанули, бросили. «Одиссей» гостиница находится с правой стороны. Ну, а здесь мы видим, как наши дюны уничтожают мотоциклисты. Ну, я не знаю, как донести людям, сказать, во-первых, портите свою мототехнику, во-вторых, вы уничтожаете корни растений, которые держат этот песок. И если бы не дюны, то при шторме века бы утонуло бы вообще все. А когда уничтожаются растения, то уже нечем удержать песок, и он просто будет сдуваться. Ну, вот как здесь на проходах, видите, тут гораздо ниже, чем тем места, где есть растения. Безмерно жалко, что ради удовольствия одного, то есть он специально лезет повыше, уничтожается то, что приносит огромное количество денег и вообще привлекает сюда к нам туристов. Мне говорят, у тебя нет, поэтому ты завидуешь. Блин, у меня у друга есть Максима, то же самое, эндуро. Бери, катайся. Он даже у Максима не появляется никогда желания приехать на песок. Он катается по пересеченной местности, путешествует по красивым местам в горах, то есть там, где уже есть тропы. А здесь, как говорится, на чуде Божьем держатся все эти растения. Видите, дюна очередная после шторма размотала ее, деревья все развалились. И, то есть этот тоже участок рекреационных ресурсов нашего поселка Витязева будет уничтожен. Обидно, досадно, я уже не знаю, как доносить. Это люди мне раз начинают в комментариях писать, да ты чё, тебе чё жалко, чё ты там пристал, не мешай и так далее. Ну, я думаю, когда не станет этих дюн, будет, наверное, поздно, но по-другому до людей не достучаться. Власть наша не хочет этим заниматься, выдавая даже квадроциклы полицейским, допуская мототехнику на пляже, коим здесь, в принципе, не место. Я, кстати, ни разу не услышал, что полицейские на квадроциклах на пляже где-то кому-то что-то помогли. Нельзя ли просто какие-то участки пляжа выделить, чтобы там пеший патруль ходил? Мне кажется, более действенно будет. Тем более на всех основных пляжах у нас существуют пункты полиции, и патрулирование в пешем ритме каких-то территорий будет гораздо проще. Но иначе наши пляжи не защитить, я думаю, по-другому. Потому что пример должен всегда показывать тот человек, который у власти находится. А если ему можно, то значит можно и всем. Правильно? Так получается. Ладно.
Здесь у нас сейчас нет заборов, есть остатки, так сказать, территорий, которые были огорожены. Вот столбы мне тоже не очень нравятся на пляже. Ну, вот по-другому вроде бы в землю раньше закатывали провода. Ну, наверное, земле может пробить ток, ударить человека. Мы видели, как женщина на пляже в Геленджике погибла. Может быть, другие какие-то там придумывать моменты, может, каналы прокладывать, бетоны там или еще что-то придумывать. Думаю, можно реализовать, чтобы вот... Это же не какая-то улица, да, где у нас так должно все выглядеть. С другой стороны, приносит освещение на пляже. Вот тоже воевать с этим или пускай так и будет, непонятно. Туда дальше мы видим, находится у нас... машина от нашего МУПа, который занимается сейчас уборкой. Видите, сколько еще бревен всяких разных. Говорят, что очень много кубометров каждый день вывозят с пляжа, борются с мусором. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось. Тем более, в ближайшее время северный ветер, на море будет штиль, и шторм новых палок не принесет. Ракушечка, морешка, здравствуй. Как давно мы не снимали наши пляжи. Этот месяц мне принес проблемы со здоровьем, к большому сожалению. Хочу, кстати, поблагодарить ребят всех, кто поддерживает в комментариях, в Телеграме, советы ваши. Все помогли, это самое главное. Также хочу выразить огромную благодарность каждому, так крепко прижать. Ребята, кто поддерживает донатом, можно поддержать по номеру телефона, который видите на экране, на нашей поездке. Благодаря вам удается посетить как можно больше интересных мест на нашем побережье. Кстати, хотел рассказать вам про свой загранпаспорт. Должны были 16 января его выдавать. Мне так с госуслуг до сих пор не приходит информация о том, что Юра, приди, забери. И что-то я, знаете, вот так думаю, ну пускай будет. А так сказать, что мне куда-то хочется за границу, не могу. Потому что вот съездил в Сочи, съездил в Абхазию, тут такие расстояния, везде все абсолютно разное. Можно ездить все лето, как говорится, всю весну путешествовать, вам показывать что-то новое, интересное. Это если не работать. Кстати, приглашаю на фотосессии. В этом году уже есть люди, которые записались на следующий сезон. Дурат сделать для вас красивые фотографии на память о вашем отдыхе в нашем любимом поселке Витязева. Ну и чистейшая морская вода. Надеюсь, что ваше настроение тоже поднимет. Я с вами, ребятки, прощаюсь. Давайте немножечко посидим в тишине, послушаем наше любимое морюшко. И пишите, что вы хотите в нашем Анапском районе посмотреть. Я буду вас слушать, отвечать на каждый ваш комментарий, который вы напишете. Также подписывайтесь на наши соцсети, особенно в Телеграме, ВКонтакте, группа. Буду рад вас везде видеть. Везде в поиске Юрий Азаровский, и вы нас найдете.